Последние приготовления перед выходом на площадку. Финальный ритуал – показатель рабочей атмосферы в команде Андрея Мальцева. В это воскресенье баскетбольный клуб «Химки» принимал у себя дома соперников из Новосибирска. Четверть команды заканчивают со счетом 32-37 в пользу гостей. Впереди половина встречи. Начали вроде неплохо, был большой провал во второй четверти, но в конце концов собрались силами и смогли вытянуть эту игру. Где-то повезло, где-то своими усилиями. Хорошая игра в защите. К сожалению, во второй четверти эту хорошую игру не показали. В перерыве к болельщикам в холл баскетбольного центра выходит Евгений Фидий. Жень! Фидь! Лучший центровой суперлиги получил тяжелую травму. Впереди лечение и восстановление. Желающих получить автограф много. Карточки, подписанные игроком, достались всем. Последние две четверти прошли в напряженном противостоянии. Уступая по ходу встречи 16 очков, «Химки» вырывают победу со счетом 70-63. По мнению главного тренера команды Андрея Мальцева, игра была хорошей. Вот этот непонятный коллапс, который случился с нами во второй четверти по защите, когда мы очень много пропустили, ну и забили-то тоже много, но по 26 для нас это катастрофа. Вот, и потом мы стали доставать, уверенно нашли тот состав, который сегодня был вот именно на площадке самый оптимальный. Неплохо. Даня Зиборов добавил огня с трехочковыми бросками. Ну и в концовке решила. Все равно защита. Мы пропустили в последней четверти 8 очков. За счет этого практически победили. Следующая игра состоится в баскетбольном центре в эту среду. 14 февраля нас ждет интересный матч против претендента на медали чемпионата команды «Барнаул». Начало встречи в 19:00. Вход свободный. Андрей Липанов, Руслан Сафин, новости «Химки ТВ».